А мы идем к BTS Airplane из Фесты. Это танец. Это вторая часть. Мы делали на нее реакцию. Я помню эти восточные испанские мотивы латино. Пушка. Нравится, нравится. Там что, Шуга уже бухой, что ли, а? Что он уже, о, блядь, там эти там танцуют уже, Шуга там уже пьяно валяется, что происходит? Что опять начинается? Не, какая песня крутая. Короче, ну, это уже была на реакции песня, но в тот раз я ее не прямо оценил. А вот спустя почти год, когда уже с ними знаком поближе, и там всякие шоу смотрел, она воспринимается слегка по-другому, как-то такой более вайбовая, более кайфовей. Когда уже понимаешь, что вообще они могут делать, тем более феста, помня ту их фесту предыдущую, а нет, это была другая феста, короче. Ну, как-то так уже ламповая, все ламповая. Ну и песня крутая уже, все. Задний план, да. Нет, ну так нельзя, почему? Я протестую, почему Хоси танцует с Тэхёном, все правильно, да. Эй, два моих любимчика танцуют вместе, но это, ну не... Эй. Эй. Говорится, у вас произошел матч. Бля, какой там секс происходит? Это ж просто. Блядь, там какая-то уточка залетела. Хося. Такая еще легкая ламповая читка. Без огня в душе. Это вообще прям... Блядь. Дак ви... Дак... Две... Хочу вон ту уточку справа. Хочу ее. Она прям кайфовая. Как стикеры в Телеграме. Ой, да. Я
Не, ну Тэхён, конечно, просто... Это... А что там РМ делал, подождите? Что-то у них клип лагает. А, я понял. Не, ну, блин, это... Ай, короче. Когда они кайфуют, кайфуют вообще все. Мышки, вернись. Вот опять же, после всех шоу, после Bon Voyage, после ранов, спустя вот столько уже, ну уже сколько, я уже год смотрю их, такое все уже прям какое-то родное становится. Все эти вот их приколюшки уже понимаешь. Классно, классно это все. Могут же. И песня классная. Все-таки вот в тот раз я ее не до конца оценил. А вот сейчас как раз таки лето. Вот это такое... Хотя у нас там тут дожди, поэтому немножечко не то. Но это прям... Очень хорошо.